Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала «Проще простого». Сегодня, как всегда, на моем канале рецепт «Проще простого». Сегодня будет салат. Сегодня будет салат с жареными баклажанами. Это просто восхитительный салат, потому что я его уже пробовал. Я не мог не выложить его просто. Это было бы просто преступление. Итак, сейчас время осеннее, естественно, время баклажанов, помидоров, огурцов. Ну и естественно, мы выкладываем салат проще простого. Что нам для этого нужно? Баклажан один, огурчиков штуки 3-4, помидорки штуки 3-4, луковица. Итак, приступим, друзья. Итак, режем баклажан. Сначала повдоль, а потом вот так вот, вот такими сегментами. Смотрите, как бы треугольничками. Ни крупно и ни мелко. Вот таким вот образом. И этот тоже. Теперь баклажаны немножко надо подсолить, перемешать и дать немножечко постоять. Как дадут сок, сок слить. Можно чуть-чуть отжать, если горькие. У меня баклажаны не горькие. Итак, баклажаны дали сок, я их отжал немножечко. Теперь на раскаленную сковородку наливаем масло. Баклажаны масло любят, так что чуть-чуть побольше. Ну, не сильно много. И дать маслу хорошенечко прогреться. Так, масло раскалилось. И закидываем баклажаны. И обжариваем со всех сторон. Итак, друзья, баклажанчики у меня подрумянились. Все, вытаскиваем их на дуршлаг, чтобы лишнее масло сбежало. Друзья, пока у меня остывают и стекают баклажаны, нарезаем огурчик. Вот так вот. Не сильно крупно, не сильно мелко. По-простому. Не забываем дежапировать. Таким вот образом. Баклажаны так пахнут, аж слюнки уже текут. И огурчики такие молодые. Блин, прям чудо какое-то. Я уже предвкушаю. Помидорки режем дольками. Вот таким образом. По длине. Вот, посмотрите. Теперь режем полголовки лука. Половиночку убираем. Еще раз. Получается четверть кольцами. Кстати, хороший лайфхак сейчас скажу, как резать лук. Все замечали, когда вот режешь лук, да, когда уже маленькая жопка остается, очень плохо режется, он выскальзывает. Смотрите, переверните в эту сторону. Просто в другую сторону. И вы будете резать так свободно. Смотрите, я даже его не держу. Все. Вот так вот. До самого конца. Все. Все сюда же. Салат.
Итак, друзья, чтобы баклажаны у нас не ломались, мы их в последнюю очередь кидаем. Добавляем сейчас вот соли немножечко, посолим. Перчику. Ну, по вкусу, кто как любит. Я нарезал немножечко укропа. Перемешаем немножко. Так, и вот теперь, друзья, аккуратненько масло уже слилось. Аккуратненько всыпаем баклажаны. Добавляем ложечку майонеза. Столовую. И аккуратненько перемешиваем. Вот и все. Итак, друзья, посмотрите, какая прелесть получилась. Сочный. Запах изумительный идет. Жареные баклажанчики дают такую прекрасную нотку. Что-то отдает, как будто грибочками немножечко. Пробуйте, друзья. Понравится? Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего!